Ну что, друзья, поймал вот эту щучину. Там же, где у меня бралась та. Вот маленькая, когда выпрыгнула, вы видели. Спустя минут 20, наверное, я прогулялся. Пришел обратно туда. Кинул. Ну, раза 4-5. Короче, ни хера не берется. Я думаю, ладно, хрен с ним. И возле берега так проводочку сделал, прям метр так. Как жерлица вот так в одну сторону и в другую. Она чик спрыгнула, короче. Взялась вот так. Вот видите, как взялась. Короче, нормально, снизу он по сей порвало. Видите как? Прямо это. Сход был бы. И, короче, моя силиконовая белая рыбка профунькалась, уплыла, короче, куда-то. Я не понял, она утонула. Сейчас будем взвешивать ее. Сейчас я одену.